Всем привет! Сегодня хочу вам показать наших цыплят от нашего родительского стада. Вот такой вот цыпленочек уже подросший, красавчик. От нашего Петюшки. Вот такой вот цыпленочек. Красавчик. Ты что, испугался? Вот такие вот ножки лохматые у них. Вот такие красавчики. Вот такой вот красавчик получился. Уже гребешочек растет. Вот у него меньше мохнатые ножки. Вот, вот он какой. Вот. Вот такая расцветочка еще есть у нас. Чудесные цыплятки. У этого ножки не мохнатые. Вот такой еще цыпленочек есть. Тоже ножки мохнатые. Вот такие у нас щечки. Вот такой вот окрас красивый. А в этом загоне сидят курочки и петушки тоже от нашего стада, но уже повзрослее. Вот черная курочка пошла. Это от родительского стада. Гуся. Гуся, я вот малышей снимаю. Вот это вот от рыжего петуха. Вот такие красавчики получились. Вот. Лохмоногие. Вот. Вот такая расцветочка. Гуся. Вот она, девочка, какая красавица. Черная, аж переливается. Вот эта девчонечка, жарко им сегодня. Вот такая расцветка прекрасная. Это цыплята от наших галашеек. Они сейчас живут в другом хозяйстве. А мы выращиваем вот такой вот чудесный молодняк. На следующий год у нас будет новое родительское стадо галашеек. Эти галашейки несут ген голубого яйца. Если петушок, то несет ген голубого яйца. Оплодотворенное яйцо от любой другой курочки будет, вылупленный цыпленок в дальнейшем будет нести голубое яйцо. Вот. Ну, курочка, соответственно, уже будет нести голубое яйцо. Вот. Вот такие чудесные цыплятки. Вот такая белая. Гусенька, ты мешаешь, гуся. Вот такая курочка чудесная. Ножки у нее не мохнатые. Замечательное поголовье будет. Вот он, красавчик. Ну, а это тоже потомство нашего петушка. Вот такой вот красавчик. Вот такой вот красавчик. Они уже годовалые, эти петушки. Вот. Вот такой вот красавчик. Вот.
Возраст петушка вы можете определить, глядя на его шпоры. Видите, вот у него маленькие еще шпоры. Не как у того петушка. Молодежь. А вон те, вон, вот эти вот два петушка. И вот этот вот. Это мы брали яйца с другого хозяйства. И вот такие вот петушки у нас вылупились и выросли. Еще в нашем стадии есть вот такой вот петушок. Это петушок от нашего белого петуха большого и бройлерные курочки. Он тоже у нас ходит в стадии. Вот. Ну и тоже он рабочий петушок. Вот это наша девочка была квочечкой. Вывела цыпляток. Ну, мы забрали у нее. Сейчас она отдыхает, ходит. Но уже, я смотрю, она начала нестись. Вот такие наши курочки. Всем пока. Спасибо за просмотр.